Пожалуйста, будьте любезны, покажите. У меня этого сертификата нет, потому что эту рамку установлен не я. Ну и тогда незачем вам говорить с кого-то. Человек имеет право выбора, где ему пройти. Мы на своей территории находимся. Человек имеет право, но в суде есть определенные правила поведения и правила прохода в суд. Если это нарушает Конституцию, на нас это не распространяется. Находится болен, у него сердечный стимулятор. Дело добровольное. Добровольное вы дело. Можете это меня досмотреть мнение. Альтернативными методами. У вас есть металлоискатель. Вот, пожалуйста. Да, да. Письменное распоряжение его. Вашего начальника и вашу доверенность. Покажите, пожалуйста. Какой доверенность? А вы так, в таком случае вы от себя сейчас действуете. Вы сейчас действуете лично от себя. Вот в данный момент вы действуете лично по своему усмотрению. У вас нет ни письменного распоряжения, ни доверенности нет никакой. Не имеете права у меня. Нет, сторонка, отойдите, люди ходят. Я вам еще раз объясняю, сторонка, отойдите. Молодой человек, а почему люди, а я не человек? Сторонку отойдите, он еще раз говорит. Почему сторонка, я его не трогаю. Вы дотронулись, дайте я бумагу получу, вы что хотите, потом разберетесь. Не смей дотрагиваться до людей. Никто до меня не дотрагивался. Я своими глазами зафиксировала еще к тому же. Это я вас поздравляю. Вот телефон доверия, позвоните, вам объяснят. Пожалуйста. Мы ничего никуда я не хочу звонить. Никуда звонить. Я знаю свои права. Есть вы занимаетесь самоуправством, нарушаете права людей. У нас тоже есть права и обязанности. Номер, пожалуйста, поверните, чтобы пожалуйста. Я ваш номер. Пожалуйста. 13-966. Понятно. Камеру выключите. Вам никто не давал права снимать. Давали. Нет такого права. Вы сейчас все исполняете видео... свои должностные обязанности? Исполняете. Я имею полное право вас снимать на рабочем месте. Вы не имеете права снимать меня на рабочем месте. Закон, пожалуйста, предъявите. Я тоже гражданин. Я тоже а вы на данный момент при исполнении... Тем не менее, Шабаев... Гражданин, когда вы форму вот снимете, форму, когда снимете, и прекратите мой права наши нарушать. Пожалуйста,